12 марта в культурно-досуговом центре «Молодежный» прошло мероприятие под названием «Кино-масленица». Издавна этот праздник символизировал проводы зимы и встречи весны, сопровождающиеся песнями, плясками, конкурсами и народным гулянием. В конце праздника зрителей ждал главный подарок – солнечное шоу. По моему мнению, соединение двух разных тем – это языческого праздника Масленица и кино – оказалось очень необычным. Надеюсь, что зрителю удалось подчеркнуть что-то новое, узнать что-то интересное для себя и, конечно, повеселиться на народном гулянии. Несмотря на хмурую погоду, в памяти гостей этот день навсегда останется ярким и теплым.